Друзья, всем большой привет, это Хижина Музыкант, меня зовут Раиль. Наконец-то я вернулся с Москвы. Недельный трип в Москву был, где у меня 18 сентября был концерт в клубе «Китайский летчик Джао Да». Всем, кто пришел, большое спасибо. Сегодня я вас буду учить играть песню Макса Коржа «Два типа людей». Смотрите, у меня в руках новая гитара. Как уже сказал ранее, я приобрел себе новую гитару, чтобы повышать свой уровень. Перерос уже ту гитару. Это гитара фирмы Sigma. Модели DM ST+. Почему именно эта гитара? Я изначально хотел взять гитару фирмы Martin, но они очень дорогие, как вы знаете. И как это обычно бывает, если у тебя нет денег на Martin, то берешь Sigma. Посоветовал мне друг Дима. И купил я эту гитару в магазине «Гитарный клуб». Почему не в Мусторге, как обычно? Я сходил в Мусторг, пощупал там гитару, я вполне мог купить эту гитару здесь, в Казани, но купил в Москве и заказал ее сюда, мне привезли на дом. Почему именно там? Цена одинаковая, что в Мусторге, что в «Гитарном клубе», но они перед отправкой гитары заказчику проверяют гитару, как она звучит, строит ли, и по желанию заказчика могут отстроить гитару. То есть, допустим, отстроить для игры в стиле фингерстайл или для игры аккордами. Ссылку на свою гитару оставлю в описании. Сейчас исполняю кусочек кавера и приступаем к полному разбору. Кстати, у меня обновка перед отправкой в Москву. Мы с папой повесили ковер, чтобы звукоизолировать это помещение, а то немножко резонирует. Я же здесь еще в микрофон пишу свои песни, ребята. Скоро услышите мой новый трек под названием «Love», «Любовь». Фотографию, обложку для этого трека также я сделал в Москве, в Вегасе. Тоже видео увидите скоро. И побывал еще в офисе Black Star, компания Make It Music. Через эту платформу я выпускаю свои песни. Она входит в группу компании Black Star. Обо всем этом еще расскажу. Много-много всего интересного у меня есть, но пора разбирать песню. Поехали! Поздний вечер, из окна на кухне тени зажигают свет. Сколько ни пытался разобраться в людях, я встал, отец. На моем пути встречалось много разных, все, у каждого здесь своя правда, свой бог и свой цвет. Но как правильно жить, я так и не нашел ответ. Запомни, есть два типа людей. Одни готовы рвать этот мир до костей, идут по головам, не жалей ногтей, и черта оправдает, лишь бы оседлать цели. Есть два типа людей, другие никогда не оставят в беде, встающие за совестью, упертый за честь. Смотри, не разорвись, между ними юнец. В темноте упала звезда за горизонт. Ну а что, если каждому нужен отдельный подход? Ведь я тут вроде бы соврал, но покаялся прямо в свете. Тут вроде бы воровал, но исправился в момент. Этот свет нахал, наплевал на всех, а поговоришь нормально наедине. Запомни, есть два типа людей. Одни готовы лгать, пускай в глаза пыль, другим всем казаться, подбираясь плотней. Вложено вытворять, так что крыша в огне. Есть два типа людей. Другие никогда не подставят друзей, не скажут за себя, не удушат в ответ. Смотри, разорвись, между ними юнец. Вау, мне нравится, как звучит гитара. А вам, ребят? Сочно, жирно прямо, офигенно и строит. Поехали, посмотрим аккорды нашей песни. В куплете играются три аккорда. Аккорд АМ. Можешь большим пальцем левой руки блокировать шестую струну, чтобы когда играешь боем, не попадать по нему случайно. Аккорд F и аккорд C. В припеве аккорд DM, аккорд F, аккорд АМ и аккорд G. Когда я делал кавер, я делал его, в принципе, на скорую руку, то есть не было времени разбираться в более точных аккордах. И сейчас я случайно увидел разбор на канале Guitar Up этой песни. И в припеве этот чувак играет более точные аккорды. То есть изначально мы играем не сразу DM в припеве, а сначала играем аккорд D sus 2, то есть D sus 2. Как он берется, на картинке можете посмотреть. По сути, тот же DM, просто открываем первую струну. Бьем вот так. И потом только закрываем на аккорд DM. Следующий аккорд, по сути, F. Но если играть более точно, то это аккорд F-7. Дробь C.
То есть F маж 7 по сути вот так играется, с открытой первой струной. Можете так сыграть, а можете добавить еще пятую струну на третьем ладу, чтобы более богато звучало. То есть первая тоже открыта, и потом она закрывается. Вы берете мини-барре на первом ладу. Изначально вот так все. И потом опускаете указательный палец ребром на первую струну. И по сути получается аккорд F. Но пишется он как F маж 7 дробь C. Почему дробь C? Потому что бас типа от аккорда C берется. Вот он. А так бы просто F маж 7 было. Аккорд А и аккорд G. На выбор можете сыграть просто как я. Можете сыграть только вот так. А можете оба варианта использовать. Поехали, куплет, как я играю. Простые проводки вниз на каждом из аккордов. АМ, F, C. Вот здесь поем. Поздний вечер, из окна на кухне тени зажигают свет. Сколько ни пытался разобраться в людях, я устал, отец. На моем пути встречалось много разных, и все, у каждого здесь своя правда, свой бух и свой цвет. Но как правильно жить, я так и не нашел ответ. Запомни. И пошел припев. Играю я его изначально перебором. То есть бас, третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья, аккорд F. Бас, третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. Аккорд АМ, бас, третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. Аккорд G, бас, третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. Поем. Запомни, есть два типа людей. Одни готовы рвать этот мир до костей. Идут по головам, не жалея ногтей. И черта оправдает, лишь бы оседлать цели. Есть два типа людей. Другие никогда не оставят в беде. Стоящие за совестью, упертые за честь. Смотри, не разорвись, между ними юнец. В конце просто дергаем бас, третью, вторую, первую струну. И начинается второй куплет. Окей, прежде чем двинемся дальше, надо посмотреть, как поется куплет и припев первый. Каждый раз все меняется, поэтому рассматриваем по кусочкам. Первый куплет поется на трех нотах, по сути. Нота до, третий лад пятой струны. Открытая четвертая струна. И четвертая на втором ладу. Поздний вечер, из окна на кухне тени зажигают свет. Сколько ни пытался разобраться в людях, я устал, отец. На моем пути встречалось много разные все. У каждого здесь своя правда, свой бух и свой цвет. Но как правильно жить, я так и не нашел ответ. Вот и все, куплет вот на четырех, пяти нотах строится. Еще нота фа и нота си. Дальше припев. Запомни, есть два типа людей. Одни готовы рвать этот мир до костей. Идут по головам, не жалей ногтей. И вот в конце добавляем такой вот ход, начиная с ноты соль. Прыжок такой. Смотри, не разорвись, между ними юнец. И пошел второй куплет. В темноте упала звезда за горизонт. Ну а что, если каждому нужен отдельный подход? Ведь этот вроде бы соврал, но покаялся прямо вслед. Этот вроде бы воровал, но исправился в момент. Этот с виду нахал, наплевал на всех. А поговоришь нормально наедине. То есть куплет второй играется на тех же нотах вообще без проблем. Что играется в правой руке в это время, а второй куплет играется боем. Медленно вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх.
бой девяточка, распространенный лирический, как я его называю, бой. Делим пополам. Вниз, вниз, аккорд F. Вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. C. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. То есть, играем полностью этот бой. В темноте упала звезда за горизонт. Ну а что, если каждому нужен отдельный подход? Эй. Ведь этот вроде бы соврал, но покаялся прямо вслед. Этот вроде бы воровал, но исправился в момент. Этот с виду нахал, наплевал на всех, а поговоришь нормально наедине. В конце делаем тупо прямые удары на аккорде С. Раз, два, три, четыре. И начинается припев. Играем уже, давайте попробуем более сложно. То есть, можете не париться, а можете попариться чуть-чуть. Каждый раз открывая на первых двух аккордах первую струну. Надо эми открыли, закрыли. То есть закрываем на удар вверх. Вниз, вниз, закрыли. Вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Аккорд F маж 7. Вниз, вниз, закрыли. Вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Аккорд АМ. Тренируйтесь, это интересная вещь. Развивайтесь. Все, здесь уже на всю квартиру, на октаву выше поем, а точнее кричим. Запомни, есть два типа людей. Одни готовы лгать, пускай в глаза плит. Другими всем казаться, подбираясь плотней. Позже навытворять, так что крыша в огне. Есть два типа людей. Другие никогда не подставят друзей. Не скажут за себя, не удушат в ответ. Смотри, разорвись, между ними унять. Вроде бы все понятно. По вокалу, что тут поется? Запомни, есть два типа людей. Одни готовы лгать, пуская в глаза пыль. Другими всем казаться, подбираясь плотней. Позже навытворять, так что крыша в огне. И есть два, то есть пуск, подбираясь плотней. И есть два типа людей. Другие никогда не подставят друзей. Не скажут за себя, не удушат в ответ. Смотри, не разорвись, между ними юнец. Вот этот спуск только наиболее сложный, высокий. Все, все припевы, по сути, вот так высоко потом боются. Начинается третий куплет, играя его тоже интересным способом. Сейчас разберем. Будь готов, наверняка настанет тот миг, когда ты останешься здесь совершенно один. И все, на кого равнялся, набили кошельки. И вроде всем вокруг плевать, свернешь ли с пути. Чтобы на своем стоять уже и нет больше веских причин. То есть играется приемом palm mute. Забыл. Так лучше. В первую очередь, что нужно сделать, чтобы этот бой получился, это расслабиться в первую очередь и расслабить правую руку. Вот бой, ставьте руку возле нижнего порожка и играйте бой. Это если сильно приглушить, но нам надо иногда поднимать руку. Чуть-чуть бой другой. То есть вниз, 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 вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вниз.
старайтесь не задевать первую струну, а сделать так, чтобы указательный пальчик как будто бы держит медиатор и ходит до второй струны. Вот где-то посередине. Вот поделайте вот так. Расслабьте указательный палец. По сути, первый удар и первый хлопок, они наиболее громкие, остальные все вниз-вверх-вниз-вверх, приглушенно играем. Более детально не объясню, но пробуйте, у вас получится. Дальше идет припев, опять-таки его игра мощная. Тем боем, который уже показал. Ничего не меняется, по сути. После третьего припева у нас есть бриджик такой небольшой. В этом бридже играем вот что. Играем аккорд D sus 2. Потом сжимаем первый лад первой струны. И третий лад. Аккорд F маж 7. Проводим. И тоже играем первый лад. Третий лад, седьмой. Не седьмой, а первой струны. Аккорд АМ. И аккорд G. Смотри, не разорвись, между ними юнец. Два есть. Смотри, не разорвись, между ними юнец. И дальше пошло. Есть два типа людей. Есть два типа людей. Есть два типа людей. Смотри, не разорвись, между ними юнец. Есть два типа. Ребята, наш разбор подошел к концу. К сожалению, опять с вами прощаемся. Но скоро увидимся, как выйдет какая-нибудь бомбовая песня. Я ее спою и разберу для вас обязательно. В комментариях напишите новые заявки, что достойно появиться на моем канале. Я не буду разбирать абсолютно все, потому что это очень-очень затратно по времени и силам. Вот за этим компом придется монтажить мне 4 часа вот это видео, чтобы вы ее увидели. Но вы ее уже, конечно же, увидели. Вот. Если понравился разбор, ставьте лайк, не скупитесь. Купитесь, поддержите видео, я хочу с вами делиться всем, что умею делать на гитаре и все, что умею делать голосом, чтобы и вы, ребята, наконец-то начали петь и играть. А кто вот сегодня ничего не понял, спускайся в описание или кликай по подсказке, я приготовил для вас два моих самоучителя, один гитарный, другой вокальный, то есть проходите, допустим, гитарный курс, никуда ходить не надо, никакие там... разрозненной информации искать в интернете не нужно, просто нужно пройти этот курс. Целенаправленно, ежедневно садиться, проходить. Он 7-часовой, вокальный 5-часовой. Там я собрал все основные упражнения, фишки, которые я выполнял для того, чтобы мой вокал и моя игра на гитаре развивалась. Вот. Проходите, повторите за мной весь мой путь и исполняйте так же, как я, любые песни. Всем до скорых встреч, пока.